Сейчас, смотрите, я это называю бонус-техника, она... Я вообще не могу за нее ничего гарантировать, но она мне очень нравится, поэтому я ее покажу. Смотрите, мы делаем то же самое, мы вышли в кейгард, вот. И теперь, когда я делаю левой ногой мах, я не захожу, не вкручиваю таз в сторону колена, а я вкручиваю таз в сторону вот этого пространства. В сторону, да. Я, короче, делаю кувырок назад. Но вот здесь вот самая главная фишка в том, что вы держите крепко его пятку. И смотрите, что происходит. Еще раз. Вот. Я вышел в кейгард и теперь делаю кувырок назад. Вот сюда выхожу и встаю с ногой. То есть, ну, чаще всего вот так происходит. Ну и здесь, соответственно, бросаю. Но, соответственно, так как это, ну, опять же говорю, верю, не верю сильно, но она мне очень нравится. Я пытаюсь ее делать, не на всех получается. Здесь фишка в чем? Прям максимально сильно, вот как вы можете, туда мах сделать, чтобы прям улететь туда вместе с его ногой. Вот отсюда и прям вот так вот. И здесь, ну, здесь уже часто просто локоть закрываем и в сторону кладем. То есть даже не обязательно подсечки там что-то делать. Просто в колен зафиксировали, у него оно получается вот так выходит. Еще раз. Встает. Вкрутили кей здесь, да? Допустим, он там не дает нам именно вкрутиться сюда, да? Мы просто забиваем и прям максимально сильно прижав пятку туда. Опа! И встали. Пятку контролируем. В сторону. 2 балла забираем. Сейчас по 5 минут пробуем, потом из кейгарда поборемся. Давайте. С виду техника такая для хайлайтов из ряда фантастики, да? Но мы просто так на нее не заходим. Я вот это не сказал. Обычно выход в этот свип происходит, когда он начинает от омоплаты моей защищаться. То есть вот я вышел в кей, и он понимает, что сейчас вот, вот она. И он начинает выпрямляться. И вот. Раз, два. То есть вот. Такое положение. Просто так не вкручиваем. То есть если наш соперник стоит низко, мы никогда не выкрутимся туда, потому что просто мешать он будет нам. То есть мы обозначили ему плату, он раз выпрямился, и мы вышли. Давай, продолжаем.